Я вхожу в кухню, ставлю на плитку чайник, зажигаю спичку, пару секунд смотрю на нее, поворачиваю ручку газовой плиты и подношу спичку к конфорке. Вспыхивает пламя, пламя синее, ровное. Я смотрю на пламя и чайник. Через пять по всей кухне поднимается дикая вонь, не выдрено, ведь в чайнике моча. Почему моча в чайнике? Потому что я туда нассал. Давай разберем по частям. Да, видно, алкоголик какой-нибудь. Не понял, куда он ссал и что он делал. Тогда в чайник зачем-то ссать? Да ему все равно куда. Ну... У бутылку, у чайник, у ведро, у кастрюлю.